Вот стельки. Про них пишут, что их вставляешь в обувь, надеваешь обувь, и они излучают тепло сами по себе. Ну, сейчас я это и проверю. Пахнут интересно. Для начала я их в тапки вставлю и на голую ногу попробую. Вот, вставляю в тапки. Домашние тапки. Ну, вот и подожду, что будет. А хотя можно даже нет. Одну вставлю, а вторую так оставлю для сравнения. Как они могут работать, я понятия не имел. Но я прочитал, что там такой принцип. Вот эти вот точки, это минерал турмалин. От изменения температуры он приобретает электрический заряд. А кожа человека всегда имеет положительный заряд. И от соприкосновения с противоположным зарядом, который на этих стельках образуется, получаются токи маленькие, и они нагревают кожу. Что-то очень странный принцип работы, но я сейчас проверю. Сколько там 1,5 минуты прошло, я пока ничего не чувствую, никакого тепла. Может быть, надо ходить в них, чтобы они перетирались там, что ли? На месте, что ли, похожу. Ничего не чувствую. Может, дело в том, что в комнате у меня тепло, может, они на холоде работают. Но сейчас я их в кроссовки вставлю и в носках выйду на балкон. Не знаю, что-то есть вроде на уровне эффекта плацебо. Может, это по принципу пьезоэлектрика еще работает. Их надо переминать, сгинать, и они могут выделять что-то. Ну, такое вот я уже понимаю объяснение. Короче, я надеваю носки. Стопа холодная. Тонкие носки надел. Вставляю стельки. Кроссовки. Эти кроссовки на самом деле как тапки используются. На улице в районе 0 градусов, может плюс 1. Ну что, сейчас поупражняюсь, поприседаю, что ли. И в итоге я скажу следующее. Стельки тепло сами по себе не излучают. Такого я не заметил. Но как стельки они очень хорошие. В них заметно теплее ходить на улице. Хорошо держат тепло. Вот. Просто как хорошие стельки я рекомендую их заказывать. И на этом все.